Ирина Хакамада, недавно вернувшаяся в политику после 12 лет перерыва, провела встречу с казанскими бизнесменами и активной молодежью города. Она выступила за стимулирование предпринимательства, развитие среднего класса и создание рабочих мест. Хакамада призвала бизнесменов общаться об экономике, так как сегодня этому вопросу, по ее мнению, почти не уделяется внимания. Сама же бизнес-тренер уверила, что не делает ставок на предстоящие выборы. На пресс-конференции политик отметил, что в Татарстане по умолчанию нет конфликта между бизнесом и властью, и что именно с Казани началось ее победное шествие с бизнес-тренингами по всей России. Когда после президентской кампании я ушла в паузу и ушла вообще из политики, я же была оппонентом президенту, пусть даже вменяемым, но достаточно конкретным оппонентом. Все регионы так перепугались, и когда мне предложили читать тренинги, бизнес-тренинги, вы знаете, кто первый меня пригласил? Казань. В завершении встречи Хакамада ответила на вопросы слушателей и дала напутствующий совет молодому поколению. Главное, по ее мнению, соответствует критериям современного глобального мира, много читать, смотреть классику кинематографа и, конечно, постоянно учиться. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универньюз.